Второй день осваивает гармонь мой 10-й ребенок, 6-й сын Алексеев Егор Владимирович. Это один из моих 15 детей, чисто городской житель, но взял гармошку и вот видите, второй день уже играет вовсю. Что играем, Егорушка? Пермская частушка. Всем советуем своим детям купить гармошку за 100 рублей, отремонтировать и посадить, дать задание. И смотришь, за два дня уже второй день только еще, один день прошел. А играй что-нибудь следующее, давай.